Фитотерапия, занятия по гимнастике, лечебной физкультуре и правильному дыханию. В Советском районе открыли кабинет здоровья для людей старшего поколения. Мы давно работаем с Красным Крестом, готовили помещения, беседовали. Все это было, знаете, впервые у нас. Интересно, конечно, для всех. И все это приветствуют. Оздоровление кому помешало? Никому. Кабинет открыли по инициативе Новосибирского отделения Российского Красного Креста. Для пенсионеров будут проводить творческие занятия, тренировать все виды памяти, развивать логику и мышление. В комфортной зоне для досуга можно получить индивидуальную консультацию психолога, поиграть в настольные игры и устроить чаепитие. Такие кабинеты здоровья уже работают в Ленинском и Заельцовском районах. В ближайшее время планируют открыть в Железнодорожном. Мы ездим на экскурсии, мы ходим в парк, мы на все различные мероприятия, это тоже здорово. Во-первых, общение. Приходим, у нас коктейль пьем, чай на травках, общение, дни рождения празднуем. Спасибо, что смотрите канал «Новосибирские новости». Мы рады предложить вам интересное и полезное видео. Если хотите оперативно получать информацию о жизни города, подписывайтесь на наш канал. Жмите колокольчик, чтобы не пропустить последние новости.